4 июня 1989 года танки освободительной армии Китая жестоко подавили студенческую демонстрацию на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Хотя с тех пор прошло более двух десятков лет, эта тема остается запретной в Китае. В четверг китайская газета «Southern Metropolis Daily» опубликовала изображение из мультфильма, сделанного в честь Всемирного дня защиты детей. Оно имело очевидное сходство с фотографией танкист, сделанной 4 июня 1989 года в Пекине. Она говорит о жестоком подавлении Компартии Китая, демократических активистов на площади Тяньаньмэнь и в других городах Китая. Рисунок из мультфильма был быстро снят с веб-сайта Southern Metropolis Daily. Джан Кайчинь – бывший чиновник из отдела пропаганды. В прошлом году он переехал в США. Джан говорит, что снятие рисунка с сайта – часть политики коммунистического режима. Как только всплывает тема 4 июня, отдел центральной пропаганды начинает высылать письменные уведомления или сообщает по телефону, что контроль должен быть особый, и что мы должны активно следить и предупреждать СМИ, чтобы на эту тему ничего не было опубликовано. Тан Байцао был студенческим лидером в провинции Хунань во время демократического движения 1989 года. После бойни на площади Тяньаньмэнь его арестовали и объявили контрреволюционером. Он переехал в США в 1992 году и получил политическое убежище. Тан полагает, что китайский режим держит эту тему под замком, поскольку не может признаться в том, что его действия были неправильными. Дочь бывшего китайского лидера Дэн Сяопина сказала, что ее отец сожалел о том, что случилось тогда. Но такие слова можно сказать лишь тем, кто живет за рубежом. Их нельзя произносить внутри Китая. Почему? Потому что китайцы спросят, почему же вы тогда не возместите ущерб за 4 июня? Если студенты были правы, вы должны извиниться, выплатить компенсацию семьям пострадавших, оплакать жертвы, провести расследование, наказать злоумышленников. Поскольку КПК не осмеливается предпринять таких действий, она не может признать, что это было неправильно. Количество погибших и раненых в те дни остается невыясненным. Китайское правительство объявило о 242 жертвах, но не опубликовало списка погибших. Тем не менее, иностранные журналисты, которые были свидетелями этих событий, утверждали, что было убито около 3000 человек. Каждый год 4 июня площадь Тяньаньмэнь находится под усиленным наблюдением полиции. Однако ни одного официального заявления в отношении кровопролития 1989 года до сих пор не прозвучало. Китайский режим хочет, чтобы общественность забыла об этом инциденте. События июня 1989 года стали символом жестокости китайского коммунистического режима по отношению к собственным гражданам. NTD, Нью-Йорк, США.